Как легко и просто создать стильный предмет декора. Для этого берем обычные пластиковые подносы из фикс-прайса за 55 рублей. А также маленький моточек джутового каната, который можно приобрести в любом строительном магазине. Мой обошелся мне в 30 рублей. Из джутового каната начинаю плести косичку. Если вы вязали крючком, то думаю, данная техника вам понятна. А если ни разу не пробовали, то без проблем справитесь. Нужно сделать петельку и следующие петельки продевать сквозь предыдущую. Вот такое количество каната у меня получилось из мотка длиной в 60 метров. Ну а теперь все просто. Приклеиваем наш джутовый канат к подносу при помощи клея момента горячего клея. Оклеиваю внутреннюю поверхность подноса, бортики как снаружи, так и изнутри. И вот так и просто мы с вами получили стильный предмет декора за сущие копейки.